Кто первый умрет, тот лох. А, ладно, кто второй умрет, тот лох. А уже второй сдох. Ладно, кто третий умрет, тот лох. И всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Крошка, Крошка, Комик Санс, Корзик, Серега, Стенка. Пацаны, скажите крутые слова. Всем привет. 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 Здорово, испуганные. Привет. Нужно всем картошку давать. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас лес Слендера. И будем ставить NPC Слендеров и выживать. Если опять кушайте, приятного аппетита. А мы начнем. Я рекомендую убегать. А где они? Вы их видите? Да, они бегут. Вижу. Блин, ребята, они очень страшные, поэтому ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, и тогда есть шанс, то, что мы выживем на одну секунду дольше. Так, уже Комик Санс умер. Первая жертва есть. Серега. Комик Санс выбыл. Кто первый умрет, тот лох. А, ладно, кто второй умрет, тот лох. А уже второй сдох. Ладно, кто третий умрет, тот лох. Ребята, настроение отличнейшее, будем веселиться только так. Короче, когда Серега умрет, то тогда тот... Ну блин, да откуда догадался? Дим, за мной двое. Ну, если Дар Драгон умрет, точно лох. Сейчас кто умирает, тот лох. За мной один. Это 100%. Сейчас Дима умирает. Эй, это я не хочу так. А вы где, пацаны? А я на трубе. Я на трубе. Отлично, отлично. Кстати, у вас не лагает эта карта? У меня идет четко вообще. По красоте все. 500 миллионов. Ночной режим. А он лагает чуть-чуть. Он лагает, не чуть-чуть. Не, он может потом отлагать. Это шанс крайне мал. Да. Так, кстати, вы не забывайте, что слендеры ходят через стену, и скорее всего они могут просто через бункер пройти этот и убить нас. Я все потерял. Я бегу, тут без шифта вообще нереально выжить. Представьте, я буду, ребята, играть всю серию и ни разу не умру. Вот это будет прикол. Так. Кстати, если сейчас будет никто не умирать, я буду добавлять еще NPC Слендера. Крошка, они вроде за мной. Кстати, ребята, можете написать в комментариях, что нам еще заспамнить в этом лесу и повыживать? Можно аниматроников, можно чтобы Джейсон убийца был и у всех по одному ХП. Монстры Хендерсона. Представь, что Серега фонарики отобрать. Ладно, шучу. Да, можно. Не, ну это был бы прикол, да? Без фонариков в таком ли. Давайте просто отключу фонарик и покажу. Да не, да, фонарик нельзя забирать. Уже пень, Игорь. Я пошутил. Ночной режим только если оставить. А, лагающий, нет. Если можно скачать мод на стамину, тогда вообще будет хардкор. Да? Да. О, кстати, когда будет уставание, да? Да, бегаешь, устаешь и придется медленно идти. Серега. Как черепаха, да. Я поставил еще два слендермена, поэтому я думаю, что шанс того, что сейчас кто-то умрет. Кто умрет, то лох. Ну да, если кроме меня. Кстати, с какой скоростью слендеры бегают? Твою ж калашматки, они прям там стояли, тусовались. Увидели меня и за мной бегут. Ребята, ну что ж, за мной слендеры. А шанс выжить только один, перетравить их на Серегу. Удачи. А ты слышишь, когда они спавнятся, они говорят, I see you? Да, они говорят, что они просто видят меня. Для начала, Дим, меня найди, пожалуйста. Думаешь, не смогу? Да. Блин, представьте, слендер убьет вот так вот среди веток, это будет стрём. Это очень страшно, знаешь, что они тут... О, вижу человека на... Есть! Отлично, ребята, отлично, мне нравится. Ах ты! Ё-моё! Ребята, это настолько было стрёмно, у меня чуть эти... Лоб не треснул, а то, что я дёрнул резко. Чё теперь быть? Большая. Ух. Ай! Ну чё, ребята, выживаем дальше. Я живучий. Я тоже. Вы живые? Серёга, ты ещё ни разу не умер? Я умер. Умер. На меня 5 слендерменов пошло. Ого, так я всего 4 поставил. Ну то ладно, пусть будет 5. Ну я там 5 насчитал. Да, кто-то еще может поставил? Не. А мы с кошкой бегаем. А я вот за Бенди бегу. Еще. Серега, а какой у тебя скин? У меня тоже Бенди. Так, вот, понял. Два брата-близнеца. Давайте тут костер оставим, будем же сидеть читать. Ой, я записку нашел. Сейчас Комик Санс умрет. А что за фонарь? Ребята, зря вы лезете, они все равно туда залезут. А у них нету, кстати, они... Ого. А
где вы фонарики взяли? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята, там толпа! Там толпа! Бегите, трусы! Да какой трусы? Сам ты трус! Я не трус! Белорус! Прикинь, пять за тобой бегут, ты их встречаешь. Представь, вот так забегаешь в комнату, а там тупик, и ты умираешь. Я вижу. Они за мной? Нет. Фух, слава богу. Еще обзор очень ограниченный, но настолько, насколько это возможно. О, Серега, можно взять фонарик у того с мода, Underhelch, как называется? Я взял. Оно лучше видно или с этим лучше да, видно? Да, господи. Лучше. Откуда они пришли за мной? Так, оружие. За мной. О, да, этот фонарик прям поярче будет. Они бегут за мной. Офигенный фонарик. Они за нами, Сенка. Я даже не знаю, есть ли смысл стоять на этой карте на месте. О, у меня починился ночное видение. О, Дима, еще привет. Привет, как ой, у тебя дела? Хорошо. Сынка, дурачок, тоже. Куда? Серега, они смертные или бессмертные? Да, их убить можно, Серега, я могу продемонстрировать нет, тебе. Нет, нет, ребята, ну что, давайте можно тогда, короче, использовать автоматы и пистолеты. И больше никакого хорошо. Оружия нельзя. А у нас уже нету автоматов. Есть. Я уже троих убил, Дим. Так ты AR2 шарыш и не... Ну то ладно, пусть будет да. По-твоему. AR2 шары их только убить могут и все. Ничего, еще какое другое оружие не убивает их? Да, вообще никакое. Да, хватит. А, ну и аннигиляторная пушка. Не, Серега, так нечестно. Сейчас проверю. Все, тогда не будем убивать, будем дальше убегать. Я-то думал, что их можно убить каким-то оружием. Ну хочешь протестируем пердежные гранаты? Ну все, давай тогда сейчас заспавню. А ты будешь тестировать пердежную гранату. Чё, Сенка? Кто? Сенка, читер! Чего? Так, вот чё за мной? Идут. Почему я читер? Не, им пофиг вообще, им пофиг. А какое оружие ты используешь? Пердежные гранаты. Да? А, тебе вонючий, что ли? Попробую монетку заюзать. А ну давай монетку. Ой. Если монетка их убьет, значит 100%... Ой, блин, они за мной бегут. Так, бежим до пацанов. Пацаны, прощайте. Они тут. Я что-то потерял из виду Слендермена. О, я их убиваю, попробую. Ой, прикольные выстрелы. Нет, не берет. Не берет? Нет. Офигеть, вот это мочилово у нас. Где они? А бомбы их, Серега, могут взять? Знаешь, что проверить? Ах, а, ты жоп. Пистолет надо О, а, давай, точно, а ну давай. Где они? Они за мной. Нет! Потом ближе. А может вы их убили всех? Нет. Не, их дофига. Здорово. Вот они с другой. Они вон там. Дима, сзади. А! Ты что, блин, я чуть не очка. Нет, можно. Нет, Дима, админский пистолет не берет. Тоже? Да. Давай протестируем ядерную бомбу. Я сейчас запущу одну. Ну давай, маленькую только, небольшую, Серега. О, господи. Маленькую? Хорошо. Будем по возрастающей. Потому что я уверен, какая-то бомба их убьет 100%, я даже знаю какая. Сейчас возьму. Ребята, что, их там много осталось? А, очень много. Дима, я сейчас это попробую. Ой-ой-ой. Нет. Не убила. Не убила, Серега, только карту подсветил. Сейчас второй взрыв будет. Надо с Гринвича брать, только с того пока убьет. О, красивые эффекты, да, ребята, от бомб? Да. Не убил. Нет, не убила. Следующая бомба. Нифига, Серега, ты устроил катаклизму. Зато будет всю карту видно, Дим. Ну а да. Ты еще поставил бомбу в та... Красиво. Ну, их не взяло сразу. Ой-ой-ой. Не, какие-то бессмертные они. Что-то да, не берет их тоже это. Серега, ты знаешь, какую бомбу взять? Царь бомба. Давай, Серега, удивляй. Да. Ого! Это я валю. Ты их не берет. А может они уже умерли на крысу? Не-не-не. Серега, я знаю, какие их бомбы возьму, сейчас я их скину. Они у меня, они где мой труп, короче. Не, можно, знаете, какую сейчас? Сейчас Сережа поможет, найдет эту самую бомбу. Подходящую. Не-не, это не то. Не, Серега, их не берет. Их только какие-то... Слышу, активировал. Прощайте. Нифига. Нет. Тут Серега не хочет. Убили его. Я против одного убил. Не, было бы написано, не убили.
Ну, знаешь, Дим, у меня осталась одна пушка, которая, скорее всего, может их... Хочешь, я покажу тебе? Ну, давай. Сейчас, секунду. Их убивает, а R2 только шары, и все. Нет. Да. Я убил одну, я еще. Несколько Дима, убил. Дима, ты где, ты видишь? Я понял. Да. Смотри. Нет. Нет. Да, их убила она. Нет, они на моем трупе стоят все. Серега, я Z нажимаю, они удаляются. Были все на карте, не убились они, Серега. А, кто-то заспал. Почему так получается, что их убивает только шары AR2? Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.